если вы главные герои здесь, то я антагонист. Yeah. Если вы главные герои здесь, то я антагонист. Прошлой осенью талантливый музыкант Олег Веров под творческим псевдонимом IQ начал сотрудничество с молодым лейблом «История Мьюзик», основанным хип-хоп-артистом СТ. Спустя полгода участник телешоу «Beats and Vibes» решил собрать в одном из центральных московских баров всех любителей своего творчества и представить на все услышания альбом под названием «Антагонист». Мне просто захотелось петь, понимаете, у меня душа поет, и рэп я всегда могу зачитать, но мне хочется больше, мне хочется делать музыку, которая будет оставаться в душе у людей. И IQ один из первых исполнителей, благодаря которому у меня появилась вообще идея создать музыкальный лейбл, чтобы помогать артистам продвигаться. IQ — это именно тот артист, в ком многие найдут поддержку. В сложные минуты, в минуты, когда ты в чем-то сомневаешься, когда музыка нужна для того, чтобы кто-то сказал тебе: «Друг, все будет хорошо». Талантливый музыкант IQ не только не обделил поклонников своего творчества вниманием, но также презентовал им свой прошлый альбом и пообещал снять клип на песню «Пулей» в самое ближайшее время. Мне очень важно мнение людей, мне важно знать, что им близко, что им не очень близко, чтобы, может быть, внести какие-то коррективы в этот альбом, потому что я его еще не выпустил, и у меня еще есть время что-то в нем поменять. Но прежде всего, мне важно знать, как люди относятся к моему творчеству, потому что это даст мне толчок на будущее. Да, я работаю с новым, чтобы создать что-то новое. Если не сейчас, то когда? Я уповаю на Бога, грозы уступят дорогу реально трудам. Как мало срока, вся придет песня, хоть и не увезли, то не отдать. Но мое лето, бич, путь и водитель по незнакомым местам. Спасибо большое, Russian Music Box, что вы приехали сегодня и поддержали IQ. Я уверен, мы скоро увидимся в эфире с его видеоклипами.